Привет, меня зовут Рустам Рафиков, я управляющий партнер юридической фирмы Rafikov & Partners. Поговорим про то, как зарабатывает венчурный фонд и сколько стоит его обслуживание и создание. Ну, для начала давайте определим, что в регулируемых венчурных фондах большинство затрат связаны с управляющей компанией. Управляющая компания имеет лицензированную деятельность, соответственно, ее поддержание необходимо постоянно оплачивать. Это и расходы на аудиторов, юристов, расходы на различные банковские и управляющие вещи, в том числе фонд оплаты труда для управляющего и фонд оплаты труда для лиц, которые занимаются и комплаенсом, и ведением счетов, и многими-многими вещами, которые необходимы для поддержания управляющей компании. Если мы говорим про Россию, то в России стоимость управляющей компании в паевом инвестиционном фонде составляет около 3 миллионов рублей в год. Если мы говорим об иностранных юрисдикциях, то сумма примерно такая же. Дополнительно нужно иметь в виду, что в случае с иностранными фондами нужно будет закладывать еще некоторые расходы на комплаенс, на юристов, которые стоят немного дороже. Если мы говорим про нерегулируемый фонд, то затраты здесь сводятся всего лишь к поддержанию самой структуры венчурного фонда, то есть поддержанию юридических лиц, также аудиторов, но аудит там не обязательный, а стандартный бухгалтерский аудит, то есть ведение бухгалтерской отчетности. Все это составляет основные расходы по существованию венчурного фонда. И мы здесь не говорим про фонд оплаты труда, венчурных аналитиков и прочее. Заработок венчурного фонда определяется исходя из суммы прибыли, которую получил венчурный фонд от участия в проекте и от продажи стартапов, то есть от экзита из стартапов. Венчурный фонд самостоятельно осуществляет продажу, перепродажу долей и, соответственно, фиксирует какую-то прибыль. Прибыль распределяется пропорционально доле вкладов каждого инвестора, и каждый инвестор получает определенную ставку процента. Это может быть либо годовые, либо промежуточные какие-то квартальные выплаты. Как правило, прибыль фиксируется раз в год от суммы активов в целом и от суммы продаж в фонде портфельных компаний. Если мы говорим про вознаграждение управляющей компании, то это минимум 2% плюс вознаграждение менеджеров, которое должно быть тоже устроено на рыночных условиях. Наравне с этим есть вознаграждение венчурных аналитиков. Далее мы поговорим с вами про то, как стартапы привлекают инвестиции и какими инструментами, договорными конструкциями пользуются и венчурные фонды, и стартапы. Прежде всего поговорим про конструкцию SAFE, конвертируемый займ и продажа акций.